удары запрещены категорически. Головой мы не бьем. Ни в стойке, ни в паттере, ни в корпус, ни в голову. Запрещено категорически. Локтем работаем только в корпус. Все, что ниже подбородка. Запрещены вертикальные удары 12-6, ключичный отдел. Понятно, да? Потому что может унести очень серьезную травму. Добрый вечер, дамы и господа! Здравствуйте! Все, кто пришел сегодня к нам сюда, как и всегда, для всех смотрящих нас в интернете и на телеканалах. Все друзья, здравствуйте! Добрый вечер! Сегодня погода с утра была не очень, но она разыгралась и преподнесла нам хороший подарок. И мы сегодня здесь, на аэродроме Holy Drive, проводим очередной наш турнир, начинаем новый сезон турнира «Стрелка». И как самолеты взлетают вверх, так парни, выходящие сегодня на ринг на песке, будут стремиться к вершинам мужества, мастерства и мной. Итак, турнир «Стрелка!» И мы ждем первую пару бойцов. Давай. Это инженер. Собирает корабли. Давай, залезай. Давай, руки посмотрим. Вообще ничем? Что за такое? Это нормальный бандаж. Кейс. Кава. Ладно, иди, давай, стесняйся. Ничего, сейчас поединок придаст всем эмоции и сил, и они потом что-нибудь расскажут обязательно. Бандаж есть, капа есть? На середину! Итак, друзья, правила помним и нарушаем, мы их только что обсудили. Помните их, уважайте друг друга, делитесь честно и активно. Слушайте меня очень внимательно. Руки пожали. Оба! Аплодируем, плейбой против инженера. Готов? Готов? Мы поехали! Руки у головы делают. Поддержим участников, уважаемые дамы и господа! Бойцы из аудитории 10 килограмм, легкие парни! Бороться! Давай! 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 Накидывай лево, лево работай! Лево, лево, кидай, кидай! Картинка злая, да, самолет? Да. Давай, да. Все, фашисты, переземляйся. Макс, иди сюда, давай! Работай, лево, лево, лево! Как ты нас красишь? Держи, лево, не смотри. Давай! От него отошел! Макс, сади сюда! Прижми, прижми его к себе, все, держи! Держи его! Держи его, все, Макс, сейчас! Макс, надо его через ринг пройти! Стоп! Стойка! Промыть лицо от песка! Марико пришел! Давай, давай, потому что ты соберись, нормально! Молодцы! Ты как, нормально? Давай, давай, давай. Плейбой! Давай! Тебе песок не мешает? Нормально, в глаза. Готовы? Ой! Спокойно, спокойно. Нормально, ручки повыше, подними. Вот, хорошо. И давай, сейчас, собери, парни, собери, готовимся, черепень, шевел, пара номер два, готовимся к руке. Продолжаем. Да. Продолжаем. Да. Руки не опускаем. Продолжаем. Давай, давай, ой! Давай. Все. О! Давай, работай! Давай, давай, давай!
пальцем давай, назад, давай, ну. На лицо. Держи его, давай, забирайся. Давай, на него. Давайте закидывай. Вот за правую ногу. Давай, давай, давай. Сиди. Стоп! Друзья, первый бой и первая победа! А где же наш тут микрофон? Подожди, не уходи. Давай в угол, отдохни немножко. Расскажи, что можешь о себе. Передай привет. Капу вытаскивай, не стесняйся. Ну, желаю успеха приехавших. Последующий, да. Сам скажи, как попал сюда? Возьми микрофон и скажи нормальную речь, давай! Ну, случайно, блядь, посмотрел ролик. Решил оформить. Второй фильтр НД, диафрагма 5,2. Что предлагаешь, что тебя подвергло сюда прийти? Желание внутреннее, что, заскучал по жизни? Ну да, я ничем не занимался, лет я не пытался. Защита есть? Ну главное, я смотрю, сила духу в тебе не занимать. Сам пришел и вышел. Молодец. Красавчик! Не выиграл этот раз, выиграешь следующий. Если закончишь, приходи, всегда ждем. Давай, плейбой, толкни речь, чтобы все замерзли. Отсюда. Давай, ты сегодня первый победитель. Давай. Тебе микрофон держи, не буду за тебя его держать. Вон на камеру, давай. И скажи все, что ты хочешь. Я откуда взялся? Не из школы, нет? Ну, приду еще раз. Хорошо. Все. А где ты? Прекрасно. Да, сейчас еще. Прямо или нет? Давай. Краткая сестра таланта. Не будем тянуть резину и выживем следующую пару бойцов. Давайте. И сейчас в ринг вызывается пара номер два. Это Щербинин Алексей против Ширинова Салима. Весовая категория 60 килограмм.